Мы находимся на открытии делового сезона Московской ассоциации предпринимателей. Рядом со мной Юлия Королева. Она всегда занимается организацией, подготовкой. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, что было самым сложным при подготовке мероприятия? Ну, с моим опытом, наверное, очень не знаю, что найти. Обычная работа. Юлия, что сегодня запланировано здесь? Во-первых, где мы находимся и что в программе сегодняшнего вечера? Мы находимся в лофте «Квадро». Соответственно, у нас нетворкинг, у нас открытие делового сезона, у нас сегодня знакомство, у нас выступление Поденко Андрея Евгеньевича, президента Московской ассоциации предпринимателей. К нам едет Морозов Сергей Иванович и другие VIP-гости. Все мы увидим сегодня, встретимся. Также у нас презентация Анастасии Ефремовой. И, соответственно, тоже она расскажет интересные вещи, которые сейчас импортозамещение и так далее. И, соответственно, у нас будет выступать Челентано, это пародист. Юлия, вы всегда занимаетесь кейтерингом. Что сегодня вы приготовили? Чем будете угощать гостей? Мы сегодня приготовили салаты, мы приготовили закуски, арбуз, фрукты и так далее. А также напитки и алкоголь сегодня будет. Да, наш партнер, соответственно, Stellar Group, постоянный. У нас сегодня очень чистая и красивая вода с Сергеем Кашириным. И у нас еще шоколад, волшебница, наш постоянный тоже партнер. Юлия, спасибо вам большое. Вы всегда очень заняты. Желаем, чтобы вечер прошел отлично. Спасибо. Спасибо.